Привет! В этом видео я покажу, как можно использовать SnipNotes для того, чтобы конвертировать PDF-файлы в формат LaTeX и экспортировать в любой редактор, который поддерживает этот формат. Я загружаю нужный мне PDF к себе на компьютер, открываю SnipNotes и перетягиваю PDF на боковую панель. Здесь он автоматически конвертируется в код. После окончания загрузки я могу либо сразу экспортировать PDF-файл в формате LaTeX, либо создать новую заметку и редактировать документ прямо в SnipNotes. Для того, чтобы открыть файл в другом редакторе, в правом верхнем углу я выбираю функцию «Экспортировать файл в формате LaTeX». После этого я нажимаю на загруженный файл и открываю его в нужном мне редакторе. Я использую TextMaker. Отлично. Теперь, чтобы увидеть ваш LaTeX в формате PDF на правой панели редактора, обязательно выберите PDF LaTeX и View PDF в настройках вверху. Не забудьте нажать на обе стрелки вверху, чтобы просмотреть обработанный LaTeX в формате PDF. Используя SnipNotes, я могу также экспортировать PDF-файлы в другой редактор, например, в Overleaf. Я открываю свою заметку и в правом верхнем углу выбираю «Экспортировать в Overleaf». И все, мой файл автоматически переносится в другой редактор. Это действительно очень удобно и просто. В этом видео я показала всего два примера, но вы можете выбрать любой редактор с поддержкой LaTeX. SnipNotes идеально впишется в любое рабочее пространство.